привет, мой дорогой ученик! Мы с тобой учим буквы английского языка. Пришла очередь выучить букву F. 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 Она похожа на I, только куда-то пропала нижняя палочка. Это F большая, это F маленькая. Теперь мы с тобой выучим слова, которые начинаются на букву F. Первое слово, которое я для тебя приготовила, очень вкусное. Это слово fruit. Вот как оно пишется. Fruit. Почему же оно вкусное? Потому что fruit – это фрукты. Fruit. 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 Надеюсь, ты любишь fruit. Fruit. Следующее слово зеленое и умеет прыгать. И это слово frog. 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 И пишется оно вот так. Frog. Последнее слово, которое мы с тобой выучим, это слово fish. Fish. Буль-буль. Fish. Fish. Вот как оно пишется. Fish. Мы с тобой выучили какую букву? Правильно, F. И знаем целых три слова, которые на нее начинаются. Fruit. Фрукта. Frog. Лягушка. Fish. Рыбка. Здорово! Если ты не запомнил эти слова сразу, посмотри урок еще раз. Урок провела Елена Викторовна. До следующих уроков, в которых мы выучим новые буквы и слова. Goodbye!